Всем привет, друзья, с вами CJTV. Давайте смотреть. Я уже соскучился по Альбате, по новым азиатским новинкам и по Voice of Basabra. Давайте смотреть. Интересно. Так, Алиб сделал кавер с каким-то с мужчиной. Я не знаю, кто это такой. Давайте. Сейчас узнаем. Малайкат Кисилку. Кисильку. Это было круто. Это было круто. Мне очень понравилось. Я так, когда у меня будет ребенок, я, возможно, ну попробую, если научусь играть на гитаре, вот спою эту песню. Ну, на русском только языке, не на индонезийском. Я индонезийский язык не знаю.
Очень красиво, очень классно, очень атмосферно. Мне понравилось вообще. И главное, со смыслом. Много песен сейчас в современном мире, которые просто без смысла. Которые хотят только коммерчески окупиться. Например, ну, попсовые песни. А вот здесь это для души просто. Это классно, мне понравилось. Очень круто, Алипа молодец. И... И этот мужчина, который, ну, пел, имя я его не нашел. Я не знаю, как его зовут. Тоже классно спел. Голос красивый у него. Так, ребята. Сейчас мы смотрим, как я и говорил, азиатскую группу. Neon Pop. Песня называется Pop, наверное, группа называется Neon. Давайте смотреть. Ой-ой-ой, качество плохое. Давайте посмотрим с переводом. Я просто не знаю. Это, наверное, корейский язык, да. А что она хочет сделать? Хлопнуть? Here we go. So let me walk in again.
Блин, я так и не понял, что она хотела, чтобы... Ой-ой-ой. Чтобы мы вытолкнули, она говорит. Да ёп-моё, где это видео-то? Блин. Почему? Где? Какой? Что она имела в виду под этим? Так, так, это не то, это не то. Что она имела в виду? Я так и не понял. Ну ладно, ладно. Не буду душнить. Не буду душнить. Так и не понял, что она имела. Помните, я говорил про коммерческие песни, то, что поп-музыка это вся коммерческая. Ну, тут как бы она не просто так на отвали сделана, то, что не ради денег это делали. Это, ну, весело, это под это можно качать головой, это классно, мне понравилось. Это был интересный опыт. Так. Так, и сейчас мы смотрим Агнес Мо, Сибуа Ра... Блин. Сибуа... Роса. Давайте смотреть. Есть ли тут субтитры? Ну-ка. Угу. Есть. Ой. Я стояла перед выбором между правильным и неправильным. Kita berawal karena cinta.
Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Да, я согласен то, что согласен с Агнес. То, что в этом мире, да, любовь это играет огромную роль в жизни каждого человека. И без нее никак. Почему, блин, так, когда случается разлука, потом так тяжело, почему это тогда? Да потому что мы привязываемся к людям. Они нам становятся дороги, дороги. И все такое. Так. Хорошая песня. А, она, Агнес Мо, похожа на нашу певицу. В нашей стране есть певица такая, Полина Гагарина. Они чем-то похожи. Так. Давайте посмотрим Baby Metal. Хотелось бы посмотреть Baby Metal, да. Давайте.
Очень энергичное выступление Baby Metal. Очень крутое, очень заряжающее. Ну, как обычно. Очень круто было бы. Было. Ну, было прикольно, мне понравилось. Вообще классно. Классно. Baby Metal умеет давать энергию. Умеет поднять настроение. Вот. Это я и в них ценю, то, что классно. Блин. Редко такие группы встречаются. Вот Baby Metal одна из таких групп, которые всегда заряжают, поднимают настроение. Это классно. А, так, еще хоть раз хотелось бы посмотреть Baby... Ой, Voice of Bessoprat. Еще раз этот клип посмотреть. Go to Love Me, Please. Давайте смотреть. Новинок нету. Будем смотреть старенькое. Она так, так медленно в припев переходит, вот эта песня, как бы медленный куплет такой, медленный куплет. Такой ленивый, знаете, куплет. С хорошей стороны, с хорошей, да, стороны, не с плохой. Замечаете? Замечаете, что в этом клипе аж экран весь трясется, когда она на гитаре играет. Ну давай, давай. А, дальше. Давай. Вот это хороший куплет. Мне больше нравится, чем первый. Вот это вообще классно. Это куплет. Она так вульгарно начинает, так интересно, знаете, так. Эй, смотри, смотри на мои часы, смотри на мои часы. А что это у ней на голове такое? Это волосы? Или это такие искусственные косички? Вот это офигенная часть песни, вот это когда начинается вот так, вообще классно вот это.
Самая лучшая песня, одна из самых крутых песен у группы VSFB Separate. Самая классная песня. Go to love me, please. Что могу сказать? Очень заряжает, так же как и Baby Metal. Не могу выделить, кто сильнее, у каждого свой стиль. Классная песня, мне очень понравилась. Сегодня вот такой был дайджест. Много песен посмотрели. Ну как бы все. На этом все, ребят. Ладно, ребят, на этом все. С вами был CJTV. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите новые видеоролики. На этом все. Всем пока, ребята.